Посмотреть бы на волость Дмитровскую. Годков эдак через 500. Мало кто знает, что День предпринимателя в России стали отмечать по примеру Московской области, которая, в свою очередь, взяла за образец Дмитровский район. Ведь именно здесь более 10 лет назад стали праздновать День предпринимателя с легкой руки руководства Дмитровского района и Дмитровской торгово-промышленной палаты. Сегодня смелые, вы отважные люди. Никто на сегодня не сложил, можно сказать, свои полномочия. Я ухожу из этого бизнеса, несмотря на все проблемы и сложности вашей и в нашей жизни. Я считаю, что вы основа нашей экономики, вы просто наша надежда, вы мои главные и верные помощники. Глава района Валерий Гаврилов вручил благодарственные письма главы Дмитровского района, а также областных министерств, инноваций и инвестиций, потребительского рынка и услуг Московской области ряду предпринимателей. В их числе Владислав Мартыненко, Владимир Федюшкин, торговая сеть «Пять звезд», «Дом книги» и многие другие. С целью повышения конкурентоспособности и мобильности трудовых ресурсов и модернизации профессионального образования был подписан меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой, Советом директоров Дмитровского района и Агентством развития профессиональных квалификаций Московской области. Соглашение о сотрудничестве с Агентством развития профессиональных квалификаций заключило и Управление образования Дмитровского района. Мне очень приятно, что в зале сегодня очень много молодежи. И я уверен, что здесь, в нашем зале, сидят и люди, которые обязательно превзойдут и Цукерберга, и Джобса, и еще много людей, не менее здесь талантливых в нашем родном районе проживает, которые сегодня делают экономический продукт. Депутат Государственной Думы Михаил Ардеев вручил благодарственные письма Госдумы Виктору Сидорову, Василию Ракову и Александру Кочетову. Предприниматели в этот день поздравили благочины Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий, депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Вице-президент областной торгово-промышленной палаты Олег Чернов вручил благодарственные письма и почетные грамоты предпринимателям за вклад в развитие экономики и социальной сферы, а также развитие диалога между властью и бизнесом. В числе награжденных Александр Малюгин, Елена Трошенкова и другие. Будет лучше. Я думаю, в ближайшее время не будет лучше. Но я могу сказать, что у нас хуже, главное, не будет. Потому что вот настолько у нас сплоченная семья, мы много сейчас провели встреч Дню предпринимателей, мы много разговаривали, провели конференции. А как же дальше жить? Наметили вот эти пути, я думаю, мы сегодня попразднуем, но завтра еще со всей Россией, а потом будем засучим рукава и начнем работать. Президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Валерий Логачев также наградил отличившихся предпринимателей благодарственными письмами палаты. Далее на сцене чествовали победители конкурса «Дмитровские ростки малого бизнеса». В разных номинациях лучшими предпринимателями были признаны Александр Матузов, Сергей Разборов, Юрий Сарсацких, Людмила Давыдова, Елена Колесник и Алексей Кригер. В 2014 году торгово-промышленная палата учредила премию «Коммерсант года». Эта награда вручается руководителю предприятия, которое показало наиболее значимые успехи в текущем и предыдущем году, а также участвовало в благотворительных акциях и общественной жизни. Обладателем премии в этом году стал Михаил Скороходов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промсервис». Руководство торгово-промышленной палаты высоко оценило работу главы района Валерия Гаврилова в деле развития предпринимательства. В этот день заслуженная награда «Благодарность» нашла своего героя.